В деревне Пахомовка появится храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Чин основания нового Дома Божия совершил митрополит Омский Таврический Владимир. Свидетелями исторического для местных жителей события стали наши коллеги. Приезд митрополита Владимира и освящение его высокопреосвященством закладного камня в основании храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы стало для жителей деревни Пахомовка знаковым и поистине историческим событием, собравшим и первых лиц района. Инициатива строительства храма принадлежит бывшему жителю Пахомовки Александру, вложившему свои средства в строительство церкви. Его даром для будущего прихода стало также Евангелие и казанский образ Божией Матери. Во имя Отца, Сына. Вы делаете особое дело, потому что начали строительство вот этого храма в честь Пресвятой Богородицы. Пусть Боцарицын вам помогает в ваших трудах и возведении этого храма, и в остальных. Жители Пахомовки предложение о строительстве храма активно поддержали, а местное руководство охотно выделило земельный участок и заготовило часть строительных материалов. Большинством, так сказать, голосов и жителей высказались, конечно, за то, чтобы храм был в деревне. Сегодня мы, органы местного самоуправления, помогаем, оказываем всяческую помощь в подготовке и строительстве храма. Православный храм в деревне Азовского немецкого национального района решено было посвятить Богородице, по-матерински заботливо всех объединяющей. Мое убеждение глубокое в том, что храм нужен во всех поселениях, потому что молитва необходимо человеку прежде всего. Там, где есть молитва, там и будет жизнь. Там, где молитвы нету, нет веры в Бога, там нет жизни. Строительство храма завершится уже летом, а осенью 4 ноября, в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы, храм отметит свой первый престольный праздник –